Снова здорово, ребятки. У нас снова наследие. Просили меня поиграть в данную игрушечку. Давайте посмотрим, что это. Так, перейдем в выкладку. Что у нас тут есть? Так, есть у нас штатный авангард. И можем мы с вами открыть снайперскую винтовку «Орлиный глаз». Давайте создадим ее. Это чудо-юдо-рыба-кит. Но брать ее пока не будем. Со снайперскими винтовками у меня не лады в некотором понимании. Так, пустая ячейка. Вот, кстати, пустую ячейку, если можно взять. Да, отлично. Пустую ячейку мы ее возьмем. Покраски, естественно, у нас тоже никакой пока нет. По пистолетам ничего. Что это у нас? Ага. Так, склад боеприпасов. Все тухло. Так, ну давайте, что у нас? Уже медаль откуда-то? Не понимаю, за что только зашли. Давайте взглянем на сетевую игру и затем на компанию. Поехали. Помчали. Ожидание присоединения новых оппонентов. Да, вот Александр Черняков, если я не ошибаюсь, писал в комментариях, попробую игру Оучи Бирд. Вот, там пролетают птички, и как бы надо мельницу вращать вправо-влево, менять у нее вращение, то есть по часовой против часовой, чтобы птичка села на землю. И, ну, естественно, попросил это на канал сделать. На канале этого не будет пока что. И в игру я поиграл, но немножко она не для Ютуба. Почему? Потому что играть в нее больше 2 минут нереально. Просто не получается ничего сделать. Мой рекорд 2 птички, кстати, если кому интересно. Ну что, опа! Вот первый пошел. Так, подожди, это свой получается, да? Тут есть какие-нибудь настройки? Так. Настроек никаких нет. Ну ладно. Вообще, честно говоря, вот такие подобные карты, плюс еще джамперы различные, мне чем-то это сразу напоминает Quake. Так что, если играли в Quake 3, обязательно подписывайтесь. Блин, что-то и поиграть в Quake захотелось сразу же. Так, во, вражина, походу, появил. Или что это? Во-во-во, враг бегает. Стой, гаденыш. Стой, сука. Прыгать в этой игре нельзя, кстати. До начала матча осталось совсем чуть-чуть. Куда ты делся, паскуда? Так, ну что, помчали? Попробуем заснайперить, наверное, кого-нибудь. Так, все, уже не получилось. Так, ты свой, да? Ты свой, окей. Ну, смотри-ка, ты наш раскладывает налево и направо. И чё, все? Где они теперь появятся? Ладно, ты сиди наверху, я пойду понизу побегаю. Вот так стоять просто в одном месте, это тоже неинтересно. Победа-то она победа, а как же экшончик? Ну и... А, вот, нашел, есть. Бля, мне кто-то жопу простреливает. А чё у меня не достает-то автомат? Блин. Сдохни, тварь. Нет, мы сдохли. Окей. Так, это с чем он? С дробовиком каким-то был?
Ну ничего-ничего. Мы, парни, не сдаемся. Стоямба. Блин, что-то автомат-то у нас вообще хиленький какой-то. Воу-воу-воу-воу-воу. Что тут происходит? Куда ты, родной? Не собирай чемоданы. Есть. Ну, одного-то мы хотя бы убили. Так, где еще уродцы? Кто-то у нас решил покинуть игру. Видимо, устал. О, сколько ж вас тут. Стоять. Стоять, мой хороший. Да ну что ж ты такой неугомонный-то? Опа, патроны закончились. Ага, мне в попку стреляют. Блин. Ладно, сейчас мы отомстим. Мстя моя будет страшна. Не, ну автомат, конечно, шлаковый. Стреляй, не стреляй, как говорится. Вот так вот. Ой, еще один. Ей! Чувачка с дробовичком надо бояться. Он злобный глаз. Шоколадный к тому же. Стоит он тут расстреливает. Видишь какой? Мстит. Точно, мщу. Вообще всегда. По каждому поводу. Так. Давайте попробуем что-нибудь заснайперить. Так, ты кто? Так, ты свой, это уже хорошо. А вот ты не свой. Есть. Но это не мы его убили. Ну что ты будешь делать? Все, никого нет. А, вон же он, блин. Есть. Подох. Ёпти. Гранатами тут подкидываются. Ай. Стрейфы, стрейфы. Так, все, меня... А, он со снайперки был, да. Ну ничего, ничего. У нас еще есть 2 минуты исправить положение. Хотя, опять же, мы выигрываем. То есть, какую сторону его исправлять, я не представляю. О-о-о. Блин, гранату не докинул. Еще и провалился к тому же, ладно. Давай ход конем. А ну давай, конь. О, а где все? Ну, блин. Никто не хочет со мной играть, но... Грусть, печаль, что я могу сказать. Все, нашел игрока. Давай еще один выстрел. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Скотина, убег. Есть. Четко аж отлетел. Так, ты вернулся? Сейчас, подожди, и папка тебя накажет. Да блин! Опа! А чё это он полег? Вроде мы еще не успели выстрелить. Кто ты? Откуда ж ты взял? Ай-яй-яй. Видимо, он возродился у меня сразу за спиной. Хотя я мог, в принципе, его и пропустить. Чего ж не... Что уж тут греха-то таить? Стой. Стой, скотинка. Я надеюсь, ты не с дробовиком? Нет, ты с дробовиком. Вот так вот.
Ага, я думал, тут есть проход. Нифига тут нету. Опа! Как мы четко его обошли? Я даже не понял, где мы. Упали. Так, ну что, вот до конца матча. Ну все, в принципе, можно уже рвануть. 80-44. Мы, красавцы, победили. И сейчас еще разочек зайдем тогда не в сетевую уже, а в компанию. У нас новые достижения. Так, мы с вами на третьем месте оказались. Для первого раза неплохо. И что? Какие-то плюшки дают за это? Серьезный игрок. Не дать, не взять. Пойдемте зайдем в компанию разочек. Посмотрим, что это такое. Так, и старт. Что мне первое не нравится в этой игре? Напрочь отсутствуют настройки. Либо я просто настолько туп, что не смог их найти. Ни настроек графики, ни настроек управления, ничего. А так, в принципе, вроде как неплохо. Новый порядок. Фрегат, гордость, колонии. Новый порядок. А чё ж не первый порядок? Как все быстро. Ох. Какой громадный. Опа, ты кто? Ебать, ребята, это что было? Это наша рука? Нежданно, негаданно. Мы типа под Капитана Америку такого лютого заделали. О, ништяк. Вы зачем? Да, автомат у нас, конечно, кусок параши, ничего не сказать. Надо срочно раздобыть другую ружбайку. Так, ты кто? Ты, наверное, патроны. А ты наша цель. Дверь открыта. Кэл, возвращайся в командный пункт и раздобудь коды. Окей. Ты... Ау, как? За что? Почему? Я пропустил их телепортацию, хотя видел, что что-то там блястит. Так, кто здесь появится? Ага, вон побежали во все стороны. Выстрел в голову, отлично. Наш первый выстрел в голову. Надеюсь, не последний. Так, набомбили 15 вражин. Зачет. Ну что, еще будет кто-нибудь? Товарищи агрессоры, вы что? Больше не хотите испытать удачу? Опа! Иди отсюда, урод. Не в смысле, что он страшный, а в смысле, что он захватчик, а все захватчики уроды. Полный боекомплект, окей. Ну все, собственно говоря, задание пройдено. Итак, сундучок. Что это у нас? Шторм обычная. Гамма обычная. Больверк. Авангард. О, мы, кстати, сможем наш автоматик прокачать. Зачет. Давайте мы этим как раз-таки и воспользуемся. Да, достижение местная бронза на серебряной тарелке, золотая лихорадка, личные счеты, тройка убийственных ворот, спрятаться негде. Какие ж мы с вами все-таки мощные. Итак, давай улучшим, что у нас урон улучшится. Хорошо. Дальше едем. Первое улучшение, да. Гамма. Можем пистолет наш качнуть, тоже неплохо. У нас появился склад боеприпасов. Магазин вашей пушки совсем пуст. Это наполнит его специально для вас. Окей.
Также у нас появился, так, не Больверка, у нас Шторм где-то был. Вот, простой Шторм. Щит 40, скорость 5, сила 10, сопротивление 5. А на данном этапе у нас Больвер, который мы, кстати, можем улучшить, но он все равно хуже Шторма неулучшенного. Ну, да ладненько. Итак, да, кстати, прошу прощения, настройки я нашел в правом верхнем углу, можно вытащить и настроить слегка управление. А почему до этого не мог найти? Потому что нажимая в правый верхний угол, у меня просто останавливается запись. Но настроек графики там все равно нет. Так, погнали еще разочек в компанию сбегаем. Так, да, окей, побежали. С новым-то автоматом еще бы не пробежаться. Прогулка в парке. Блин, как хочется лето, ребят, на Урале. Лето пока нет. 2 дня что-то погрело-погрело. Сейчас опять 10-15, ночами 5-6. Бррррр. Отстой. Так что всем, у кого холодно, привет. Я вас прекрасно понимаю. У кого тепло, привет. Я вас всех ненавижу. По-доброму, по-дружески, просто завидую. Ну что, помчали, быстренько пробежимся. Так, нажмите на значок передал. Оу. Ну, о, уже стоит, ждет. Отлично. Что это? Как это? Он подстрелил воздух. Ребят, надо это отомстить за воздух-то. Воздух нынче дорогой. Ну и сим-сим. Так. А, вот где у нас ключик-то стоит. Вот теперь можно идти. Есть контакт. Давай, давай, беги, сокрушитель. Сокрушить-то ничего не удалось, кроме самого себя. Так. Ну как, прям как лысый из крепкого орешка. Ну, давай, выключайся. О, хорошо. Так, высматриваем вражину, есть. Ищем еще, есть раз, есть два. Помчали. Сейчас из-за угла-то как выскочит, а я ему как вжарю. О! Не то чтобы выскочил, конечно, но вжарил. Что может быть лучше? Чувствую сильное присутствие врага за дверью. Ну, блин, чем чувствуешь-то? Воняет, что ли, враг? Или как можно его почувствовать? Ого, не достаем. Так, стоим, бусик. Есть контакт. Где? Ага, вот раз. Два и три. Так, помчали на второй этаж. Ну, естественно, все пока элементарно проходится, что только вторая миссия. Но формально третья, но первую можно не считать, там и сундука не дают, только 300 монет, и это тупое обучение. Кстати, которое я даже не проходил. Ну, опять же, задание пройдено. Точность 55, хреновая точность, но это мои стандартные показатели 45-55. Так, пульс луч открыт, гамма обычная, вольферк опять улучшить можно. Дробовик можем собрать, передовая защита обычная, и о, лямбда, ништяк. А у меня лямбда, кстати, в машине отключена, если вдруг кому интересно. Так, очередные достижения, новые подписи. И что, давайте выберем все подписи, а то у нас никакой нету. Иньянь, во, мы за мир во всем мире. Беленькая будет, все отлично. Так, по календарику один кристаллик.
И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, мы можем создать дробаш. И тут же еще и улучшить его к тому же. Так, автомат мы пока не можем, да? Ну, давайте мы тогда заменим снайперскую винтовку на дроп. Гамма, гамма, гамма. Мы можем гамму улучшить? Да, можем улучшить гамму и собрать лямбду. И тут же ее улучшить, и даже не один раз. И смотрим, что у нас. Ну, лямбда-то, конечно, круче получается. А дальше, что еще? А, вот, смотрите, пульс-луч можем взять. Интересно, что это и как это выглядит. Опять же, мы пистолетом не пользуемся, но давайте взглянем. Но это уже в следующем выпуске. Вольферк можем улучшить, и у нас, походу, все. Да, все. Ну что ж, ребятки, мы ознакомились, в следующем выпуске обязательно еще поиграем. Пишите свои мнения по поводу игры, подписываемся на канал. Всем хорошего настроения и пока.